Привет, друзья, отдохнем минутку. Эта картина неокончена, еще называется «Наслаждение шампанским». Вот это то, что такое. Чего это вдруг? Сейчас такой хаос, сейчас такое переплетение обстоятельств, не знаешь, как это все в голове, например, упорядочить. Хаос превратить в порядок, разложить по полочкам. Вот, например, ситуация. Ко мне звонил друг и говорит, 50 на 50, какое выбрать решение? Не знаю, говорит, как быть. Вы, говорит, человек взрослый, можете дать мудрый совет. Я говорю, ну как я могу дать совет, не зная тонкостей и обстоятельств? 50 на 50. Вот если бы было 60 на 50, уже было бы понятнее, что выбирать. Или 70 на 30. Ну, там понятно совсем. Там и выбор не нужен. А вот 50 на 50, когда ты находишься в точке неопределенности, и когда от твоего решения, от твоего выбора зависит все, может быть, даже жизнь и смерть, а может быть, там потеря близких или вообще не вернуться откуда-то, куда собрался ехать, 50 на 50. Так вот, для этого, друзья, я всегда повторяю, во-первых, надо высыпаться. Во-вторых, поскольку мы все время в стрессе, надо сбросить стресс, выйти на состояние нуля, на состояние безмятежности, ну, которое может быть у тебя, когда у тебя хорошее состояние такое, когда ты лежишь на берегу моря, загораешь, мечтаешь или выпил шампанское. Но правда, мы это делаем без всяких шампанских, потому что вся аптека у нас внутри. И участники нашей школы «Человек будущего» Homo Futuro знают, что этот эндорфин, эндорфиноподобные вещества, которые могут включиться, когда мы качаем эндорфин, подбирая приемы для саморегуляции, для обучения навыков управления собой в критических ситуациях, в любых обстоятельствах, в любое время и в любом месте. После того перебора приемов, которые мы делаем по синхрогимнастике, методе ключ. Да, друзья, поэтому выбор за вами. Но для этого надо сначала снять лишнее напряжение. А для этого надо высыпаться, для этого надо заниматься любимыми делами. И чем их больше, тем больше точек опоры, как я говорю, всегда повторяю. А это я напоминаю тем, кто забывает, когда он в стрессе, что выбор за вами. Вы можете решить. Понять, не обращаясь никаким советчикам и никаким гадалкам. Отсюда гадалки, собственно говоря, и появляются, потому что человек часто попадает в неопределенность. И гадалке там всегда есть место, как и советчику. А на самом деле в состоянии нуля, в состоянии глубинной безмятежности вы сами узнаете, почувствуете, что и как надо делать. Итак, выбор за вами, друзья. До встречи.